Накануне в Магнитогорске в половине 9 вечера произошло очередное резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой человек. Водитель 89-го года рождения следовал по проспекту Карла Маркса от улицы Комсомольская в сторону улицы Ленинградская. И в пути следования напротив дома 52 по проспекту Карла Маркса совершил наезд на пешехода 94-го года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. К сожалению, от полученных травм молодой человек, бывший учащийся Магнитогорского государственного технического университета 5 курса, от полученных травм скончался в карете скорой помощи при доставлении в медицинское учреждение. Вопиющий инцидент произошел в детском саду номер 30. Накануне там из открытого окна на втором этаже выпал 3-летний мальчик. Примечательно, что для малыша это был первый день в детском садике. Сначала он был очень веселым, организованным. А затем ребенок стал плакать, просить увидеться с мамой. Какое-то время воспитатель оставил его без внимания и не заметил, что ребенок вышел из поля зрения. И в 9:44 пришла няня и сказала, что мальчик находится возле входной двери детского сада на улице. В результате падения мальчик получил сотрясение головного мозга и гематомы. К счастью, жизни малыша ничто не угрожает. Отметим, что мать ребенка узнала о случившемся лишь когда пришла забирать сына из детского сада. Сейчас по данному факту ведется расследование. Дело передано в Следственный комитет Орджоникидзевского района. Осень – традиционная пора обострения психических заболеваний. Чаще всего именно в межсезонье растет число душевных расстройств и самоубийств. Накануне покончил с собой мужчина средних лет. Причем внимание следствия привлек необычный способ ухода из жизни. На открытом участке местности в районе дома 61 по улице Войкова в Ленинском районе города Магнитогорска 45-летний житель нашего города совершил самоубийство посредством взрыва гранаты. По данному факту незамедлительно была начата доследственная проверка. Проверочные мероприятия продолжаются и по сей день. В настоящее время, то есть, идет разбирательство. Он занимался индивидуальным предпринимательством, а именно продавал бутылированную воду. Ранее лечился от психического заболевания и находился на учете в соответствующих у нас медицинских учреждениях города.